Переезд, пусть даже временный, дело хлопотное и не очень приятное, но необходимое, если речь идет о безопасности детей. Техническое состояние здания детского сада «Орленок» вызывает опасения, поэтому на время проведения экспертизы помещений городские власти приняли решение малышей переселить. Сегодня у нас заказан проект, даже не проект, а сделана заявка на обследование технического состояния здания. Это потребует времени от 2 недель до месяца. Как только мы получаем готовую экспертизу, мы делаем соответствующие выводы. Если состоянию жизни, здоровья детей ничего не угрожает, то дети возвращаются в детский сад. Если экспертиза покажет, что нужны определенные ремонтные работы, то тогда будем производить ремонт детского сада. Все зависит от экспертизы. Детский сад «Орленок» особенный, в него ходят слабовидящие дети. Потому так важно было создать для них максимально комфортные условия. Завтра 29 малышей из 40 примет новый детский сад «Волшебная страна» на Субсехском шоссе. Часть детей переведут в 3-й и 18-й детские сады, а некоторые по просьбе родителей поближе к месту жительства. Самое главное, что для меня, как для родительницы, что была не расформирована группа, так как дети маленькие, они привыкли друг к другу. А с нами оставили наших воспитателей, что тоже немаловажно. Для детей был бы это большой стресс, если бы. Поэтому группа вся пришла в полном составе, со своими педагогами, со своими врачами. Я всем довольна. Вместе с воспитанниками переедут и их педагоги, чтобы адаптация детей прошла быстро и безболезненно. Болезненно. Это очень важно. Процесс лечения прерван не будет. Малыши нуждаются в постоянной коррекции зрения. Медицинское оборудование установлено в детсаду «Волшебная страна». Нас хорошо, радушно встретили. И хочу сказать, что немножечко успокоить своих родителей, мамочек и папочек, что независимо от того, что мы переехали в 4-й детский сад, я буду рада их видеть здесь. Наших деток с 3-го 18-го сада, потому что все в шаговой доступности, все рядышком. Сейчас специалисты приступили к обследованию строения детского сада «Орленок». Результат обещают по истечении 10 дней. Только тогда они дадут рекомендации – реконструировать или проводить капитальный ремонт здания. Пока же управление образования решает вопрос о переводе всех воспитанников «Орленка» под крышу «Волшебной страны».